Итак, хочу вам показать, вот за полем у нас уже Казахстан, Сарагач. Ну да, там, конечно, намного более развитые вообще. Смотрите, такие там дома понастроили. В те времена, когда я туда ходила, вернее, ездила с мамой за покупками, там, конечно, был кишлак кишлаком, просто ужасно было все. Таких вот домов многоэтажных вообще не было в то время. А сейчас прям очень много. И частные дома, смотрите, какие огромные. Да, ну, архитектура немножко другая, чем у нас. Но, тем не менее, ну, радует то, что, ну, как бы у нас Сарагач совсем-совсем периферия. Да? Провинция глубокая. Вот там намного более развитая, чем у нас тут. Вот. У нас вот это вот у нас Узбекистан. И за полем у нас уже Казахстан. Да, заметна разница. Огромная разница просто. Ну, как вам сказать, по статусу Сарагача то же самое, что вот то, где я сейчас нахожусь. По статусу Сарагача у нас как бы то же самое, что где я и нахожусь сейчас. Да? Но смотрите, там все намного более развито, чем у нас. Да. Сильные изменения произошли за это время. А время прошло, наверное, лет 15-20 с того момента, как мы там последний раз были с мамой. Да, вот таких вот домов не было. Прям такой кишлак кишлаком был. Рада за Казахстан, рада особенно за Сарагач, потому что там были ужасные условия. Сейчас вот там круче однозначно.